Я не знаю, в каком году родилась моя мама. Она родилась между 1928 и 1931 годом в селе Клишковцы на Западной Украине. Ее папа Йойной шил и продавал шубы. Ее мама Эстер шила. В семье было еще два старших брата, Лева и Гриша. Ее папа несколько раз ездил в Америку по делам торговли. Таким образом он зарабатывал на жизнь семьи. В один из дней их соседка Боя рассказала, что ее отец приготовил топор для того, чтобы убить всю их семью и забрать их деньги. Моя мама услышала это, и вся семья уехала из села. Так она добралась до Хатина на Украине. С начала нацистского вторжения в 1941 году мама была подростком. Утром она проснулась от разрывов бомб. Люди начали говорить, что немцы уничтожают всех евреев. Это оказалось правдой. Семья прошла через гетто. Винницкая область, город Ямба. Там они пытались выжить до конца войны и возвратились к Хате. В 1956 году она вышла замуж за моего отца. Песня, которую вы сейчас слышите, звучала на свадьбе у моих родителей. В 1971 году, год моего 14-летия, он умер. Все мои воспоминания связаны с мамой. Я помню ее встающие рано для того, чтобы растопить печь, навести порядок, сварить и уйти на работу. Она работала швеей на швейной фабрике. На этой фотографии вы видите ее на работе. Все, что она зарабатывала, каждую копейку, она вкладывала в мое образование. Только благодаря ей у меня было хорошее детство. Когда я подрос, понял, что только у моей мамы не празднуется день рождения. Документы ее были переделаны в конце войны для того, чтобы ее не послали в трудовые лагеря. Так что в свидетельстве о рождении было записано, что она родилась 16 февраля 1928 года, зимой. И это несмотря на то, что она помнила из рассказов своей мамы, моей бабушки, что родилась она летом, в период, когда цвела вишня. Вы представляете себе, столько лет не праздновать своего собственного дня рождения. В 1981 году ее брат Лева был убит во время грабежа его дома. Он был очень близок и дорог нам. В 1983 году не стало и второго старшего брата Гриши. Спустя 4 года я женился на Кларе, моей жене, и у нас родился сын Лева, который был назван в честь своего дяди Левы. Когда Левушке было почти 3 года, мы совершили алию в Израиль. Маме было приблизительно 62 года, и она первая из нас нашла работу убирать школу. Недаром ее называли Фейгалы Швейбалы. Мы продолжаем отмечать ее день рождения 16 февраля. Мама сейчас живет вместе с нами. Я помню, сколько любви и сил она вложила, когда растила меня. И я пытаюсь ей вернуть хотя бы маленькую часть из этой большой любви, которую получил от нее.